сюда и делать все, что пожелаешь? Подумай как следует. Мы схватили твоего толстого дружка и убьем его, не торопясь. Вы только что совершили самую большую ошибку в своей жизни. Где он? Продолжай болтать. Ты свое получишь. Кол, GPS указывает, что ты в порту. Что ты там делаешь? Убиваю гадов, которые похитили Зика. Он сам виноват. Ты не можешь мчаться ему на помощь всякий раз, когда он в беде. Я друзей не бросаю.
Зик, ты меня слышишь? Зик! Коул! Эй, Коул, я здесь! Держись, друг. Я иду. Спустился вниз. Просто хотел помочь, брат. Хотел залезть внутрь и посмотреть, что затевают помоечники. Ты спятил? Тебе еще повезло, что они тебя не убили. Ты что говоришь? Что старина Зиг должен вернуться на свою крышу? Что он хорош только ржать да пиво пить? А когда дело доходит, так он гроша ломаного не стоит. Ты это хочешь сказать, Коул? Это не игра, Зиг. Уже нет. То, что у тебя есть сверхспособности, еще не делает тебя лучше других. Во всяком случае, не всегда. События. Один из беспилотников, патрулирующих Уоррен, разбился. Достань его черный ящик, и я попробую узнать, кто ими управляет. Отлично, я нашел его. Отправь мне информацию из черного ящика по телефону.
Я так и думала. Первые сыны используют роботов, чтобы отыскать лучевую сферу. Видимо, ищут в этом районе. Они знают то, чего не знаем мы? Нет, но мы не должны пускать дела на самотек. Найди остальные беспилотники, сбей их и собери черные ящики. И Кол, тот беспилотник был запрограммирован на самоуничтожение при аварии. Не знаю, почему он уцелел. Просто случайность. Сбив беспилотник, отправляйся к нему как можно скорее. Ты крутой парень, да? Совсем наоборот. Я слаб, очень слаб. Вот почему тебе нужно твердо запомнить следующее. Заучить на зубок. У каждого есть предел прочности. У тебя, у меня, даже у нашей милой Саши. Что отличает сильных от слабых? Это способность сносить побои. Черт, даже любить побои, продолжать делать свое дело, какой бы сильной ни была боль. Сможешь это запомнить? Да пошел ты!
Наверное, это последний. Твоему телефону не хватает ширины канала, чтобы передавать тяжелые файлы. Нужно найти спутниковый канал связи. Один есть на крыше старого дома Коулриджа. Надеюсь, еще работает. Передал все. Разбор информации займет некоторое время. Сообщу, если найду что-то интересное. Просто найди лучевую сферу, чтобы я мог наконец свалить отсюда. Коул, я загрузил последние вещи в автобус. Ножницы мешают проехать к больнице. Ты должен помочь мне пробраться мимо них. Может... Когда мы туда доберемся, сможем сесть и обо всем поговорить. Посмотрим. Тут много больных, которым нужна помощь, а не в первую очередь. Ну, конечно. Конечно. Я следил за тобой, Коул. Наблюдал за тем, как ты важно шествовал, словно чертов павлин, выделываясь при любой возможности. Жалкое зрелище. Крутой базар чувака, который издевается над людьми. Ты так ничего и не понял, не так ли? В этой игре нет второго шанса. Каждый раз, когда ты терпишь неудачу, кончается чья-то жизнь. Причем худшим из возможных способов. Я убедился в этом на собственной шкуре. И клянусь богом, ты тоже в этом убедишься. Так или иначе... Выбирайся-ка из своей норы и давай встретимся лицом к лицу. Разберемся с этим раз и навсегда. Всему свое время, Коул. Всему свое время. Слышь, брат, прости, что я так сглупил в порту. Облажался по полной. Я знаю, ты хотел как лучше, Зик, но мир меняется. Всего одна ошибка, и тебе конец. Черт, да я знаю. Но ты ж в курсе, какая у меня была жизнь. Семьи-то не было, все не ладилось. Когда начался карантин, я подумал, что все изменится. Что из меня выйдет толк. Я тебя понимаю, Зик. Но сейчас мы должны быть осторожны. Все мы. У меня есть важная информация о жнецах. Иди за мной.
пристани. Врача держат в заложниках. Ты должен спасти его. We'll be right back.